как вы видите, у нас не шибко большие фигуры, и это, в принципе, не нужно, потому что громадные фигуры нужно с большого расстояния, чтобы они просматривались, а когда человек уже здесь, и перед тобой громадина, то есть вблизи он не видит, что это такое на самом-то деле. Поэтому, мне кажется, даже логичнее было бы сделать не слишком большие фигуры. Мы хотим разделить несколько зон, да, и сделать посещение площади более активным. То есть вот эта зона, это будет для маленьких ребятишек, где не будут кататься взрослые, да, детки. То есть спокойно папочки и мамочки взяли своих малышей, и они катаются на своей вот этой зоне. А центральная часть, это будет каток. В этом году пришлось экономить. На чем? Но мы не говорим, что мы экономим. Мы говорим, что мы в связи с тем, что у нас будет каток, то как бы это большая площадь, то есть это одни затраты. А то, что будут снежные фигуры, это другие затраты. Просто в этом году виды работ другие, соответственно, другая стоимость.